Меня зовут Евгений Казаченко, я шоумен, общественный деятель и с недавних пор ресторатор. Хотелось бы поговорить о фестивале «Среда развития» с точки зрения возможностей молодого человека, студентов, вузов и СУЗов реализовывать себя в качестве общественного деятеля и не зарывать свои идеи в песок, как это делают многие. Сейчас, в принципе, с развитием интернета у каждого появилась возможность какие-то свои мысли высказывать вслух, и часто молодежь боится этого делать, опасаясь того, что твои мысли будут украдены. Поэтому фестиваль «Среда развития» как раз для того и создан, чтобы вы были услышаны. Все-таки мне кажется, что если ты видишь себя в качестве общественно полезного деятеля, но ты при этом считаешь себя молодым и боишься не быть услышанным, будь уверен, что с помощью этого фестиваля твои мысли дойдут до тех, кого это действительно волнует и кому это интересно. Сделать это достаточно просто. Вы можете обратиться на сайт фестиваля «Среда развития». Найти его очень легко. Все очень просто. В гугле забиваете «Среда развития», находите сайт и, не стесняясь, свои мысли выражаете вполне каким-то там нормальным русским языком. Ваши мысли наверняка в первую очередь услышат те, кому это интересно, с помощью некого голосования, репостов, которые вы можете сделать и обратиться к тем людям, которые, как вы считаете, в этом могут быть заинтересованы. После чего ваш рейтинг вашего проекта будет набирать обороты, и в финале фестиваля самые интересные общественные проекты, общественно полезные проекты обретут свою силу в виде поддержки инвесторов, в виде, возможно, поддержки краудфандинговых каких-то компаний, фандрайзинговых. Поэтому, ребята, смелее выражайте свои мысли, ничего не стесняйтесь, и будет вам счастье и почет. Проекту «Среда развития» стоит доверять, ну уж по крайней мере, в связи с тем, что он поддержан администрацией городского округа Самара. Это уже, знаете ли, говорит о высоком статусе. Также организаторы этого проекта, в принципе, достаточно известные в общественной среде люди. И я могу сказать также, что проект создан в Самаре и Самарской области, а это говорит о том, что идеи, которые наверняка вас волнуют, будут интересны администрации города и области, поэтому они найдут вас, и мы будем полезными именно для своего родного края. Проект «Среда развития» – это возможность развить вашу общественную, предпринимательскую и творческую инициативу, увидеть замыслы других людей, участвовать в хороших делах, стать частью сообщества инициаторов изменений. Важно, чтобы ваши инициативы были направлены на создание общественного блага, развитие собственного потенциала, формирование новых предпринимательских, общественных, творческих проектов и сообществ. Расскажите о своей идее, инициативе или проекте. «Среда развития» – это ваше будущее уже сегодня. Меня зовут Сухров, я учусь в Самарском политехническом колледже, мне 17 лет, а занимаюсь я в свободное время музыкой. Среда развития – это проектирование своих каких-то личных идей, которые ты можешь придумать на самих этих тренингах, я не знаю. Либо у тебя есть какой-то готовый проект, и тебе помогут его развить. Это связи. Как я понял, они очень нужны. И сейчас я понимаю, что не зря, что я сюда пришел. Само собой, благодаря связям и каким-то определенным еще инфоповодам можно будет, набрать каких-то определенных людей, которые может быть близки мне по духу, и, может, я их возьму к себе. Я разместил свой проект на сайте «Среда развития», где люди могут ознакомиться с моим проектом, проголосовать, зарепостить его. Честно говоря, мой проект, как я считаю, очень актуальный. Если вы хотите с ним ознакомиться, переходите по ссылке и голосуйте за меня. «Среда развития» — это для меня возможность показать людям свой проект, чтобы они видели то, что я туда вложил. И вы можете написать комментарии, предложить какие-то свои идеи, можете даже предложить коллаборацию. Я всегда готов ответить и буду на связи.